Привет еще, это Супраленд, и мы продолжаем здесь решать наши песочные головоломки. В прошлой серии, как ты помнишь, если не помнишь, то обязательно посмотри, мы достали силовой кристалл, который дал нам возможность апгрейдить нашу пушку, и теперь мы можем делать вот такие вот штуки. Ну ты помнишь, да? Из первого Супраленда ты эту пушку помнишь, она крутая. В общем, у меня сейчас созрел план. Мы сейчас спустимся с тобой вот сюда. Смотри, вот сюда вот спускаемся. В общем, мы делали здесь мост. Чтобы его сделать, нужно было... О, выпрыгнем, о. Чтобы его сделать, нужно поднять вот эти штуки. А поднять мы могли только при помощи своей башки. Вот так вот, если прыгнули, хопа, подняли, отлично. А вот эти мы никак не поднимем, потому что до них высоко. Но у нас теперь с тобой есть силовой луч. Давай, сейчас попробуем вот... Чё это я не подпрыгиваю, не понял. Странно, он же должен подтягивать. Подстав, неужели... Синенькие кубы я не могу подтягивать к себе. Кстати, а чё? Точно! О, подожди. Надо сделать здесь просто мостик. Ты уже понял это сам, да? Вот такой вот мостик. Проверяем. Тут нужна выверенная точность. Есть! И осталось еще два. Еще два штабеля поднять. Вот этот. А, нет, даже три. И вон там еще. Давай попробуем отсюда допрыгнуть сюда. Есть! Получилось! Ой! Я чисто случайно это сделал. Я так думаю, что вот этот фиолетовый куб должен быть опущен. Потому что смотри, там окошко к нему прикреплено. И это окошко закрывало вон тот вот куб деревянный. И в него можно войти, он полый. Сейчас мы попробуем туда взобраться. А что за фигня? Где прыг-панель? Почему? Как это так? Не понял. Я же тогда в прошлой серии тут все активировал. Как? Почему прыг-панель забаррикадирована? Есть идейка? Сейчас доберемся, смотри. У нас тут есть пришепка. Хопа. Поехали вперед. Опа, смотри, как я круто залетел. Теперь нам нужно аккуратненько добраться до сундука. Это сделаем мы вот так. Значит, черепок, и что еще тут у нас? Максимум здоровья плюс 2. Шикарно. Плюс 2 здоровья. Что может быть лучше? Как мне теперь сюда-то перебраться? Нет, я не хочу падать. Хотя, может быть нам поможет это. Подожди, если я сделаю вот так. О, сработало. А если я встану еще вот сюда? Блин, тот блок не видно. Давай-ка мы запрыгнем сюда. И попробуем сделать вот так. Во, все сработало, ништяк. Полезли наверх. Вперед и только вверх. Запрыгнули. Шикарно. Теперь нам нужно как-то сюда запрыгнуть. Как нам это... А, вот. Достаем телепорт-пушку. И вопрос решен. Шикарно. Двигаемся дальше, наконец-то. Теперь прыгаем сюда. Ага. Тут есть тайничок? Тут только кости. Кости скелетонские помогут мне пройти. Тут что? Опа! Кого я там заметил? Ха-ха. Блин. А как так-то? А как так-то? А чё так высоко? Ну, как бы, учитывая, что эта штука деревянная. Давай мы попробуем сделать тарзаночку. Тарзаночка. Прыгаем вниз. По максимуму. Опа, взлетаем. Нет, мало будет. Мало, надо больше. Больше расстояния. Взлетаем. И почти, но еще нужно. Еще нужно. А ты оборвался. Я придумал. Нужно комбинировать наши пушки. И все у нас получится. Главное, все нужно успеть. Сделать как нужно. Падаем. Теперь, опа, включаем. Есть, залетели. Ништяк. Фух, это было близко. Сюда могу примагнититься? Нет, не могу. А туда-то я точно не долечу. Ну что за дела? Ладно, попробуем. Ну же, есть, я наверху. Я залез. Какой красавчик. Значит, нам теперь сюда. Интересно, на кой черт нам сюда наверх лезть? Так высоко. Ладно, лезем еще выше. Вот она наша вся песочница. А там вон косточки. Мы сейчас здесь оставим телепорт штуку. Главное, чтобы она не скатилась никуда. Быстренько бежим за костями. Хо-хо-хо, таких. Так. И теперь нам нужно лезть вот сюда. Ёкарный бабай, здесь был тоже тупик. И как нам быть? Что нам делать? Для чего я вообще сюда лез? Пёрся. Короче, есть идейка. Одна идейка, но нам придется далеко бежать.
Опа, как я красиво. Давай, давай. Заберусь, не заберусь. Давай, давай, давай. Я и забрался. Вот это я классно перепрыгнул. Короче, берем шарик. Кладем его вот сюда. Должно работать. Работает. Отлично. Отлично, все работает. Стой здесь, подожди. Он, блин, катится, неудобняк. Выходит. Так, беру теперь. Ну это капец, все в разные стороны. Долбаные яйца. Так. Я не достану все равно. Все равно не достать. А, точно, мне же в комментариях писали, что силовой луч тоже энергию может передавать. Сейчас мы это попробуем. Точно может. Значит, пуляем туда. О! Сработало! Шикарно. Теперь нам нужно вызвать скелетона. Скелетоник. Давай, стреляй сюда. Вот сюда прямо. Ой. Мне нужно, чтобы ты в прыг-панель попал. Давай. Лупы. Попало. Шикарно. Еще одна прыг-панель активировалась. Идем прыгать. Сейчас мы встанем на нее. А, нет, не встанем. Короче, нам нужно здесь оставить свой телепорт-снаряд. Вот. Он не укатится? Не укатится. Теперь бежим сюда. Давай, стреляй. Скелетон. Я здесь. Давай, лупы. Своими снарядами. Есть. Контакт сработан. Шикарно. Теперь лезем наверх. И что нас тут ждет? О, свечечки. Свечечки. О, еще один чижик-пыжик. Ну все, я тебя поздравляю, мы открыли новую локейшн. Сейчас мы туда спустимся. И что ты нас тут будешь ждать веселенькие? А там, кстати, монеточки есть, смотри-ка. У-у-у. Есть кто тут дома? Вон туда вниз можно спуститься вроде как. Да, можно. А, подожди, мы тут были, по-моему. Точно, мы тут были. Я здесь ученого спас. Вот тут его скелетоны забивали. Давай-ка поболтаем с этим перцем. Чего он там болтает там? Механизм ворот сломан, приятель. Найди другой проход, чтобы пройти в город. Вот дела. Ну ладно. Блин, да я здесь все облазил. Не знаю куда уже. В какую щель залезть? Кстати, насчет щели. А как насчет того, чтобы пульнуть сюда? Ух ты! Ух ты! Барабашки и шарашки. Куда это я попал? А, это мы за этими пластинами металлическими. Прикол. Короче, нам нужно выдвинуть вот эти штуки, по всей видимости. Давай попробуем. Одна готова. Теперь другая. Вот он, мостик. Надеюсь, это будет проход. Ну точно! Проход! Я слышу воду, это значит, что тут водопадик. Водопадик. Кидаем туда снарядик. Ништяк, я прошел. Здорово, ребят. Это панки. А что это вы меня тут караулите? Типа, они мне сейчас не дадут пройти? Отпенают? Чё-то я стремаюсь. Опа-на, пацаны, смотрите, кто это у нас тут. Тебе лучше стоит следить за собой. Да, ага, да. Ты чуть крышу моего дома не снес своей ракетой, долбаный. Ой, блин, вот это я попал. Да, ага, да. Ты вообще в курсе, что там, на крыше, я храню свою коллекцию хищных мух, а? Да, ага, да. Подожди, чего он сказал? Так что давай в следующий раз поаккуратнее. Или я буду докладывать королеве Кельди. Понял? Ладно, ладно, я с профессором поговорю насчет этого. Фух, на первое время принесло. Я думал, сейчас огребу. Ладно, пойдем в королевство. В Оранжбург. А кто это молотком долбит? А, тут что-то строят, смотри-ка. Офигеть. А что это вы тут делаете? На кой черт вы тут что-то строите? Ну-ка, расскажи-ка мне. Сделаю-ка я быстренький перерыв, прежде чем продолжу. А, ну этот на перерыве. А ты тут чё калашмаришь? Такое ощущение, что чиню этот блок вечность. Понятно. У этого чувака проблемы. А это кто? О, знакомый чувачок. Глобус притащил сюда. Мы видели правду. За завесой лжи, которая спит в этом городе. Наш песчаный ящик не маленький, квадратный и незначительный. Он круглый, как эта сфера. Ребят, не верьте ему. Он все врет. Он выдумывает. Так, надо чесать отсюда. Пойду как к королеве схожу. А лучше, наверное, к профессору вначале дойти. Сказать, что ракета потерпела кораблекрушение. Здорово. Ты просто снова пройдешь мимо? Прости, товарищ полицейский, но мне нужно бежать. Увидимся в другой раз, ладно? Ты не обижайся. Так. О, силовой куб. Купить я, к сожалению, не могу.
Я думал, сейчас возьму, ага. Конечно. Так, профессор, профессор, я пришел. О, господи, наши ставки слишком высоки. При катастрофе выживаемость. Кажется, я поняла. Защитная часть ракетного двигателя была недостаточно прочной. А раньше вы это рассчитать не могли, товарищи профессоры? Какая досада. Мне нужно, чтобы ты нашел 100 тысяч шестеренок. Справишься? Все очень просто. Когда найдешь, принеси это все сюда. Да, пухляш, когда найдешь 100 тысяч шестеренок, принеси своему профессору. Слушай, можешь мне помочь? У королевы Кельды есть огромное количество этих шестеренок. Она их хранит у себя в подвале. Может, она тебе одолжит, а? Поговори с ней. Ну вот, как обычно, я всю работу должен за вас сделать, да? Даже не знаю, она же меня недолюбливает, эта королева. Ну, пойдем попробуем. Ты сюда скорее. У нас большие проблемы. В нашем подвале огромное количество скелетонов. И мы не знаем, что с ними делать. Может, ты нам поможешь, а мы тебя щедро вознаградим. О, я как раз туда и собирался. Пустите меня вниз, пожалуйста. Ого. Ого-го, да тут реально темница какая-то внизу. Офигеть. Нифига себе, сокровищница. Ого. Вы мертвы. Это было неожиданно. Будем решать. Будем думать головой. Блин, как они больно лупят-то, слушай. Они очень меткие. Мне стоит выбежать из этого стекла, как мне сразу прилетит снаряд. Капец. Так, мне кажется, надо сделать вот так. Очень опасная ситуация. Ага. Я здесь. Давай попробуем нажать вот эту кнопочку. О, это батарейка, кстати, деревянная. Кнопочку нажму, батареечка снова появится. Капец, переносим. Куда ее перенести-то нужно? Скажите мне, пожалуйста, куда ее вставить нужно? Все, я нашел, куда батарейку затолкать. Сейчас попробуем пробежать с ней. Я не знаю, получится, конечно, или нет это. Давай. Бежим. Опа, получилось. Шикарно. Теперь нужно ее затолкать вон туда наверх. Не получится так просто. Вот почему она деревянная, я въехал. Сейчас. Подтягиваем ее туда наверх. Ой, есть контакт. Шикардос. Электричество появилось, да? Проводим его теперь вон туда. Ага, прыг-панель заработала. Ништяк. Прыг-панель сработала для этого. Для нашего телепорт-шарика. Бежим, бежим, бежим. Фух, успел. Не попадете вы в меня. Ишаки, блин. Лучники. Так, сюда. Заряжаем. Полетел. Перелетаем. О-о-о, лошары. Вам меня не догнать. О, смотри, какой сундук огромный. Нифига себе, что тут у нас? Это же бластер. Чтоб меня, наконец-то. Ну все, вам хана. Получай. Минус один. Ху, ты посмотри, как их расщепляет. Жесть. Оп. Опа-на. Я красавчик. Вообще, по красоте. Теперь нам нужно здесь найти 100 тысяч шестеренок, чтобы построить новую ракету, более мощную. Как бы нам отсюда теперь вылезти? Ага. Вот сюда нам нужно кинуть шарик. Активировалась вот эта фигня. Ага. А что у нас тут происходит? Почему у нас тут все закрыто? А как это нашему снаряду туда попасть? Полезли-ка вон туда наверх. Мне кажется, там что-то скрыто от наших глаз. Ага, спички. Спички. Ха, спичку-то не просто так еще поджечь, смотри-ка. Вот же ж я даю жару, так даю. Че ты молчишь? Там же коробок спичечный. Вот, пожалуйста, берешь вот так вот и поджигаешь об него. О, или об стенку, слушай. Об стенку можно? Не, об стенку нельзя. А вот так вот можно. И все. Какой-то лазер там же. О, спичка, спичка. Почти сгорела спичка, но я успел. Еще нужна спичка. Берем еще одну. Поджигаем. Эй! Вот так вот. Блин, классная механика. Мне это нравится. Спичка. Да, спичка догорела. А как быть? А как быть? Короче, мы сейчас берем. Спичечку кладем сюда. Берем еще одну спичку. Поджигаем. И ты понял, да, что сделать нужно? Нам нужно поджечь вот эту спичку. Отлично. И мы успели. О, вот это тактика, вот это тактика. Еще шестеренки и сундук. Наверное, тоже с шестеренками. А, нет. Урон вторичной атаки пушки Х2. И что нам это даст? Пойдем тестить.
возможно, что-то и даст. Мне вот любопытно, как в эту темницу попасть. Чертовски любопытно. Скорее всего, нам сюда и не нужно. Ну и что, давай попробуем еще раз снарядик пульнуть. Может быть, теперь наша усиленная пушка как-то... О, как нужно-то было! Попасть в летящий снаряд своим лазером! И что? Мы теперь можем отсюда выйти? Наконец-то! Мы разобрались с этими чертяками-скелетяками. Теперь нас, надеюсь, наградят и не посадят в тюрьму. О, спасибо за твои услуги. Ты очень нам помог. Зембер, выдайте, пожалуйста, этому джентльмену 100-500 миллионов шестеренок. О, да, давайте мои шестеренки поскорее, я сваливаю. Ну, такого количества шестеренок просто не существует. Зембер! О, кажется, кто-то сейчас отхватит. Ну что ж, ладно, мэм, как скажете. Вот ваша награда, сир. Ух ты, вот это количество лома, и какой огромный! Обалдеть. Так, 900... В смысле, а чё так мало-то? 99 950, ты куда все остальное подевал, Мой бедный подвал, откуда они там взялись, эти чертяки? Ладно, пойду до профессора, может быть, этого будет достаточно. Эй, ребята, я притащил, но тут не совсем все. А подожди. Вот сюда все сбросить надо. Ну, короче, мне все равно надо 50 где-то достать, да? Понятно. Подошел коп, и он мне говорит, взломщик был увиден снова, где-то за дворцом. Он убежал в какую-то пещеру или что-то того. И он опять спер лом, который нужен вам. Пойду-ка я, пожалуй, за дворцом прогуляюсь. Может, я снова на него наткнусь? Как думаешь? Где этот Бургал? Короче, этого воришку зовут Бургал. 2 часа, ты до сих пор здесь стоишь, да? Ну ладно, стой. Может быть, он про ту пещеру говорят, а? Как думаешь? Как нам туда залезть? Конечно же, при помощи нашей пушки силовой. Так. Надеюсь, он там. Эй. Ого. Нифига себе, что тут. Обалдеть. Неужели товаришка тут все так обустроил? Шикарно живет. Что скажешь? Я думаю, что тот парень просто заскочил в это зеленое здание. Ну, скорее всего, это его убежище. Ну, узнаем мы это в следующей серии. Если тебе понравилось прохождение Супраленд, то с тебя обязательно лайкос под этим видосом, подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующей серии.